10 февраля 1960 года прошел матч между сборной СССР и Денверского университета в рамках турне советской сборной в США. Советская сборная под руководством Анатолия Тарасова в рамках подготовки к Олимпийским играм 1960 года в Скво-Вэлли провела серию встреч с командами университетов США. 6 февраля сборная СССР обыграла Колорадо Колледж со счетом 10-2, затем 7 числа был обыгран Университет Колорадо и Денвера 9-7, а 8 февраля советская команда обыграла сборную Среднего Запада со счетом 6-3. Состав сборной СССР я оставлю в описании под видео. Советская сборная выступала в темных майках. К сожалению, запись данной встречи сохранилась без звукового сопровождения.